Первая любовь, Элизабет. Как прекрасный корабль. 30 лет прошло с тех пор, как я отправился в первое путешествие. Но, разумеется, до этого плотники несколько месяцев строили корабль на верфи. А на чем я остановился? О, да, вот оно, мое первое большое плавание. Ветер наполнял наши паруса, и мы направили свой путь на восток. До меня дошли вести, что люди в этих местах страдают от голода, и я погрузил на свой корабль сотни мешков зерна и бочек солонины. А потом настал день, когда я подписал важный контракт на строительство здания купеческой гильдии. На торжественной церемонии открытия горожане впервые увидели просторные залы. И в тот же год я стал членом городского совета. Но были, конечно, и плохие времена, когда появились пираты, проклятие моря. Они нападали на нас со всех сторон, подобно стае шакалов. Они как будто выслеживали наши корабли по запаху и всегда атаковали неожиданно. Нам пришлось вооружать корабли и придавать эскорт торговым судам. Но все равно многие из нас оказались разорены. Я с ужасом вспоминаю год великой чумы. Множество людей умерли или бежали в провинцию. Экономика, с таким трудом заработанное процветание, казалось, что все потеряно. Но надо помнить о том, что я был стократно вознагражден за годы честного труда. Когда я смотрю на мой родной город и вижу, каким цветущим и прекрасным он стал за эти годы, я с гордостью говорю: «Да, в этом есть и моя заслуга». И вот теперь ты, мой юный друг, вступаешь на этот путь. Сможешь ли ты расширить свою компанию? Удастся ли тебе стяжать богатство, славу и признание? O Sancte Spiritus, linguas tanquam in nis in apostolos descendens. Amen. Thank you.
Thank you.
Thank you.